Сегодня 8:00 военному комиссариату объявлена тревога. Вам необходимо срочно приступить к развертыванию штаба оповещения и пункта сбора граждан, пребывающих в запасе, приписанных командой и партии. Условно. Вопросов нет? Так начались сегодня учения по мобилизационному развертыванию. После получения специальной команды Кумертауский военкомат перешел на особый режим несения службы. Учения условные, без привлечения мобилизационного резерва, но с проверкой основных сил и средств. Пункт управления, участки оповещения и пункт предварительного сбора граждан подверглись проверке. Каждые 30 минут начальник участка оповещения докладывает в группу контроля о сборе личного состава. После того, как личный состав соберется, начальник участка оповещения раздает личному составу документы, имущество и проводит инструктаж о порядке оповещения. В Миру директор школы, на случай военного времени начальник участка оповещения Альфия Карепина обязанности знает наизусть. И это не случайно. Работа в Кумертау по мобилизационной подготовке поставлена на должном уровне. Именно поэтому Кумертауский военкомат в числе лучших в регионе. В свою очередь, республиканский военкомат занял первое место в военном округе по мобилизационному развертыванию. И сегодняшняя проверка не случайная. Проверяющие прибыли в наш город по случаю проведения заключительного этапа осмотр конкурса на лучшую базу мобразвертывания субъектов Российской Федерации. База развернута, документы исполнены. Самое главное, что на что обратил внимание, это должностные лица знают свои функциональные обязанности и четко их выполняют. Очень хорошее впечатление, люди готовились, приятно видеть. Итоги проверки будут подведены позже, когда остальные проверяющие закончат работу в других военкоматах. Амир Кедрасов, Владимир Кузьмин. Новости.